Все, отставить. Что они с тобой сделали? Да. Да, то же, что и ты. Дали мне свободу. Когда-то ты учил меня, что призраки не ломаются. Теперь я хочу спросить тебя еще раз. Любого можно сломать, Элиас. Мог бы спросить своего дружка Аякса. Ну, если бы он еще был с нами. Хватай его стул. Хватай его стул. Ага. Сюда этого ублюдка. Что, так все и закончится, Элиас? Ты выбросишь меня из самолета? Ты мне все расскажешь о раскопках в Сан-Диего. Ты что, спросишь меня, лейтенант? Опять? Отвечай, Рор. Ты вправду считаешь, что можешь меня сломать, Элиас? Подходите! Ну же! Вот и я! Логан, ко мне его. Это конец, Рор. Мы победили. Ты меня не победил, Элиас. Ты только что очень облегчил мне работу. Что, привязан там? Можно я постреляю? Найди меня, если выберешься отсюда! Запасное место есть всегда! Чудесно. Такое я где-то видел в каком-то фильме. Не так давно. Вау, обкрыло. Не знаю, это только в Амазонке можно выжить, упав на деревья. Шо? В наших краях напороться на сосну или какой-то кедр. Или еще что там будет смертельно. Так, ну вот. Приземлились, как говорит. Выйди на связь. Это Пирш, я с Мариком. Отлично. Киган со мной. Логан? По посадке я видел только, что он на дерево летел. Твою мать, ложись. Похоже, у нас тут гости. Мы вас найдем. Ну, приборчик, как у чужих. Только он не, звук не издает такой п. Так было бы ничего. Логан, если слышишь меня, постарайся найти место окружения. Жертвы. Продвигайся тихо, тогда точно нас найдешь. Ты справишься, сынок. Черт, это что было? Землетрясение. Может. Но я бывает ошибаюсь. Вокруг все еще стреляют патрули. Пистолет с глушителем у нас или нет? Вот уж, мать вашу!
пистолет с глушителем. Это хорошо. Что ж, движемся вперед. Ага, вот и место крушения. Крушение-то я нашел, а делать-то мне что здесь? Это всего лишь запчасть. Думал завалить, но смотрю, что здесь много сигнала. Слева есть еще один. Будем обходить. Здесь один. Вперед.
попытаться обойти. Знать бы, куда идти. А там бы я уже обошел, как говорится. Ползем. Так, ну место вроде вполне безопасное по краю. Снять бы не мешало. Двоих снял. Куда я пришел? Жара. Наконец-то. Мы тебя видим, как начнется заварушка, сиди тихо. Логан, давай. Спас я ваши задницы, ребятишки. Парни, вы готовы? Мако заберет нас в 2 километрах отсюда. Это еще что? Вулкан. В любом случае, просто так не сдаемся. Будем действовать тихо и быстро. Пробраться пойдем домой. К реке для эвакуации. А мы где? Слышу, да, каньоны явно путают им все карты. Значит, используй их в свою пользу. Красота.
бью и не шуми. Так, а я видел, там тип пуля побежал налево. Марко, слышишь меня? Мы уже на полпути. Пока идем вдоль реки, но на месте будем. Мы тут... Тут еще кто-то возвращается. Мы можем спрятаться за водопадом. Вперед. Спрятаться за водопадом. Так, трое где-то. Затаись, пусть пройдут. Не шевелись. Раз, два, три, четыре, пять. Да мы их бы сняли. Поторопимся, пока они не вернулись. Красиво. Так, держать, мы почти улетели. Люблю, когда в игре красивая графика и природы вокруг много. Еще патруль. Справа вроде чисто. Так, заходим справа. Не высовываться. В бой вступать только если заметят. По моей команде. Вот, да. Блин. Пошли. У них право слева перепутано. Это уже не первый раз я замечаю. Черт, к бою! Тут так и знал. Так, все чисто. Не надо просто путать право и лево. Высаживают. Идем тихо, не светимся. Встречаемся на гребне с той стороны. Ты сзади, идем по одному. Соберитесь, парни. Не светимся. Не светимся. Разминулись. Марко, говори, сталкер 1-3, мы у реки и... Их там было много. А, вот оно чё. Командир, запущена ракета! Парни, ну где ваш танки? Вертушки! Нас заметили, бежим! Вниз по колонне! А можно я побегу, а? Ми-28.
Доплыви уже, ёлки-палки. Задание выполнено. О, наш песик.